Hey, ребят, всем привет, приветствую вас в нашем Play Garage. Продолжаем с вами играть наш Car Mechanic Simulator 2018. Я тут немножечко подфармил и получил 4-й уровень. И у нас с вами появилась возможность улучшения нашего гаража. Естественно, не стал дальше играть. Решил все самое вкусное оставить на то, чтобы мы вместе с вами этим насладились. Так, и разблокировать модернизацию. И what the fuck, where is my fucking magic? И, наверное, сейчас повернемся. Та-да! Да, боже, он реально стал больше. Так, давайте посмотрим, что за столик у нас тут. Так, он не оснащен. То есть, что, короче, мне сюда надо что-то еще покупать? Тиски есть, это нормально уже. У меня что-то ничего нету. А, слушай, у меня запчасти вообще есть какие-нибудь для ремонта? Сейчас посмотрим. Да, вон какая нихеровина есть у нас. Так, кстати, да, мы с вами получили еще пару уровней, поэтому давайте откроем сейчас с вами наши сундуки. Так, это мы продаем, это мы продаем, это мы продаем. Откройся, хочешь какие-то коробки? Да, очень, давай что-нибудь самое интересное. И... Так, колеса... Так, понятно. Колодки, кожухи, так, ладно. Открываем, открываем. Качество. Я не очень порадуюсь, честно, пока не понимаю, что это качество означает. Может быть, типа, супер какое-то крутое качество. Но я, может, все это дело продать, хотя нет. Не будем. Так, стоп. А у нас тут такое есть с вами не совсем состояние, да? Надо продать это говнецо. Так, окей. У нас с вами 5 звонков есть. Ну, давайте. Заказываем. Так, у нас с вами какой-то Райл Клоун есть, да? Я читал в журналах, что распродавал следует меня чаще, чем рекомендует производитель. Масло, короче, так же. Гляните вещи и замени, что надо. Замени масло, масляной фильтр. Блин, в автомобиле тряска, короче. Ну, что-то здесь вот с подвеской, походу, да, у нас какая-то хрень. А, так, тормозная система нуждается в ремонте. Модифицирован. Нет, вот это мне интересная машина. А, с тем более с подвалами. Тут, короче, в двигатель полезем. Давай, двигатель точнее. Так, насколько я помню, они там у нас вроде находятся, да? Окей, что у тебя тут есть вообще? Что там внутри, ну-ка? Ну так, богато, богато, ну-ка. Да ладно. Ты должен с подлоски. Ты с полточка, братан, должен заводиться, но звук хороший, да. Так, ладно, а слушай, а мы можем сейчас еще раз завести? Ну, как-то да, багует всяка. Так. Ого. Это как оно так у нас? Без всего. Ничего не держит заднее стекло. Ладно, давай тогда вставать на станок наш. Так, что у нас есть? Давай пока захват сделаем. Кватро. Так, кстати о птичках. Кстати о птичках. Пурум-пурум-пум. Надо посмотреть. Так, я читал в журнале распредвал. Не найдено. О, неужели? Аллилуйя. Наконец-таки надо самому будет искать. Офигеть. Слава яйцам, как говорится. Так, заменить масло. Ну, масло это, короче, я думаю, после того, как мы все-таки сначала все отремонтируем. Так, ну ладно, окей. Капот открываем. И... Что-то посмотрим у тебя. Блин, он когда что-то поменяется. Да, у нас ничего больше не отображается нигде. Не под колесами, вообще ничего, окей. Так, ну ладно. Сореныч. Так, ну чё, начинаем тогда проверять, как-то диагностировать, да, эту нашу хрень. А, ну, кстати, это видно уже оранжевым, да, таким ржачным у нас тут у катушки зажигания, да? Так, давай-ка мы сейчас попробуем проверить. Так, можно проверить с помощью сканера ОБД-2. Ой, ОБД, точнее. То есть, окей. А как мне их проверить на состояние? Так, крышка головки цилиндра. Тормозуха я не буду проверять, она не упала как бы вообще. А кожух защитный можно проверить? После демонтажа. Ага. Блин, ладно. Ну, давайте просто разбирать, что. Сиськи мять. Почему не снимается? Во. Так, свечи, что у нас? Ими нормально все? Кстати, ну-ка. А, да, вот они, короче, ну-ка. Ага, все, я догнал, короче. Это все синеньким подсвечивается то, что
типа, куда это надо будет ставить. Но нам это не надо, мы играем по-нормальному. Так, лист убрать эту девочку. Вы как раз в комментариях про эту фигню писали. Так, остальные детали надо найти. Шикарно. Как мне нравится это, слушай, реально нравится. Хочется, конечно, что-нибудь поглубже, прямо, знаете, хочется прямо, чтобы вот одну детальку, ну, маленькую какую-нибудь, знаете, маленький финтифлюшку какую-нибудь, для этого надо разобрать все хренам. Вот этого прямо хочу. Знаете, маленький перфекционист и разрушитель прямо во мне живет. Так, ладно. Снимаем. Да, надо прокачать, кстати, по поводу того, чтобы болты можно вытаскивать было пошустрее. Ага, вот и наше, короче, говнецо вылезло, да? Так, нам нужен режим проверки. Интересно, тут есть какие-нибудь очень горячие кнопки, да, клавиши? То есть, на быстренько нажал, у тебя хрясь там проверка пошла, хрясь там разборка. Было бы так удобнее. Так, ну это не могу, почему? После демонтажа. Сейчас мы проверим, что нам надо еще? Две детали найти, да, еще надо? Так. А, так стопы, вон у нас, короче, колеса стоят, да? Ну, на распредвальные. Вон у нас они ржавые, видно. Как раз-таки они в них... Блин, да я не могу, меня это вымораживает. Они как раз-таки вот с ними коннектятся. Нам, получается, их надо теперь разобрать. Так, чтобы нам теперь разобрать его, нам надо ремень снять. Ремень снять, соответственно, кожух, крышку, да? Так, кожух, естественно, ремень. Ремень, короче, шестерня и пошла-поехала. Охренеть. Нормально, вот это уже интереснее. Тогда окей, разбираемся к фигам. Так. Ага, стоп, не тот ремень снимаю, не заметил друг на друге. Нет, генератор стопы, не надо. А где моя любимая музыка? Почему радиостанция молчит? Кстати, ребята, вообще кто-нибудь из вас, каким максимально сложным ремонтом вы занимались? Ну, нам это не даст сделать, да, нам, короче, сначала надо снять колеса. Так. Ну, в смысле, ролики. Я по-простецку там их называю, то есть. Так, снимаем кожух теперь. От души. Вот эти два мальца наших, да? Так, ну сначала ремень надо снять. Ой, я могу сейчас, кстати, проверить, интересно, его. Да, ну показано. Ну, это понятно, что он был красным, но я просто для проверки решил. Так. Теперь мне надо распредвалы сами. Раз. Два. Так, давайте посмотрим, все ли мы нашли. Да, все мы нашли. Окей, теперь нам это все дело надо купить. Тем более у нас, сколько я помню, там условия, да, это 100% должно быть все, да, если не ошибаюсь. Да. Ремонт с минимальным износом это 100%, то есть никаких ремонтов, только покупка. Так, там что по заказу у нас, что-то новое приходит, интересное. Так, тормоза. О, интересно тоже было бы. Привод. Вот это было бы прикольно. На дуки заменить, ладно. Так. Как у нас называются модели распредвалов? Называется шхатун, типа, да? Нет, продавать там не надо, нам надо... Слушай, а мы, может, отремонтировать их можем, нет? Да. Так, шанс на ремонт у нас, получается, будет стоить... Точнее, 54%, а стоимость 21 бакс. Но шанс маленький, очень маленький, я не готов рисковать. Тем более, головку нам нет смысла раз... Так, давайте шатуну и покупим туда. Шатун. Ой, господи, зачем я шатун? Какой шатун-то? Юперный теремок. Че, блин, я забыл. Шатун это фирма, юперный теремок. Так, распредвал. Вот он, шатуновская фирма у нас, да, идут. Блин, а там идет обычный или 14Б? Сейчас я гляну быстренько. Обычный. Окей. Вот он, да? Значит, покупаем две штуки. Вот, я, знаете, как ребята делают теперь? Если, короче, чтобы не мешалось потом, я сразу, короче, барахло просто скидываю. То есть я что купил, то убираешь, да? А зубчатые два колеса нам нужно.
Так, блин, там тоже, по-моему, обычные шили. Ой, точнее, шили, если не ошибаюсь. Да. Соли, что перепроверяю себя, но ничего страшного. 2 секунды. Так, два колеса забираем. Здесь выходим. Это я продаю. Как только я освоюсь уже получше с этими покупками, продажами, с каким-то там контролем этого магазина, будет проще. А то, сами понимаете, в этом виртуальном мирке такое себе. Так, и катушки зажигания. Так, нам, получается, нужны простые шатуновские, да? Катушка. Катушка зажигания, да, нам 4 штуки. Это забираем. А вот это дело мы сейчас с вами продаем. Это продать. Продать. Да, все остальное у нас находится новое, нам больше ничего не надо. Так. Так, ну что, давайте собираться теперь. Так, мне теперь надо режим. Режим сборки деталей, да? Так, ну давайте сразу распредвалы сами все ставим. Так, это сюда. И это сюда. У нас подъехало. Ой, сореныч. Так, давайте сами колеса. Закинем раз. Раз. Блин, не попасть его. Сейчас попробуем, подождите. Да господи, да это мне нормально. Во. Одеваем. Потом просто возвращаем на место все то, что у нас было с вами. Это несложно. Но, если честно, я думал, это будет сложнее. Я прямо хотел, чтобы прямо было что-то оверсложное. Ну, я думаю, кто-то из вас, наверное, играл, наверное, по-любому мне сейчас напишите о том, что Серега, это только еще верх. Дорвется твоя душа. Так, стоп. Не понял юмора. Что, мне ролик не поставить натяжной? У меня он вообще есть, нет? Вроде был. Да, вот он. Стоп, не догнал. Теперь догнал. Я думаю, напишите, по-любому, душа моя дорвется в рай, так называемый, да? Хочется действительно, чтобы было что-то сложнее. Ой-ой-ой-ой-ой, нет. Я какую-то там навороченную деталь поставил, нахрен она упала. Не-не-не-не. Я ее ставить не буду, я поставлю простую его деталь. Вот она, нифига себе, качество плюс 2. Так. Дальше, ремень. Так, здесь мы с вами вроде все сделали, да? Закрываем. Интересно, тут какая-нибудь ощущается такая, знаете, жесткая капиталка, вот реально. Ну хотя, думаю, да. Хотя, если честно, я очень хочу уже свою машину начать собирать, тюнинг какой-нибудь там. Мы с вами, пацаны, такого много родим, а это будет вообще, это будет ультра супер мега драккар. Он будет он гонять где-нибудь. Так. Вроде это все сделали, да? Да, все отлично. Осталось теперь с маслом вопрос решить. Так, дружище, давай мне надо тебя поднять. И в небо. Где наша хрень? Под машину. И заливаем. Так, слушай, там какой у нас, по-моему... У нас обычный R4, по-моему, висит. А я сейчас смотрю, есть у меня на складе, нету? Нет, R4 у меня нет. Сейчас я куплю R4 сразу. Так, фильтр, да? Уже на глаз определяем, какие там фильтры торчат. Так, дружище, ты давай на место. Так, где фильтр-то, ядрёмый, вон он. Так, ты минус и поставим. Так, чтобы у меня вообще-то было нарисовано их два. Странно.
Один же у нас вроде в плохом состоянии, разве нет? А, ну вот он, да, в плохом, не очень. Кстати, был недавно поменен, походу, у них, смотри. 89%, странно, зачем тогда он? Ну ладно. Ну, все равно при замене надо менять. Так. И... пум-пурум-пурум-пум-пум. Так, масло. Кстати, вы меня неплохо подкололи по поводу масла, ребята, в комментариях. Типа, короче, лей, пока, короче, это самое, оно само прекратится. Ни хрена подобного. Я тут на одну машину залил масло, из нее аж все вылилось. Во, прям на глаз, смотри, идеально, ровно пополам. Покатается, дольем. Так. Что мы имеем в итоге? В смысле? Заменить масло, если старое, залить новое. Нет, не так, что-то, подожди. Во, а ну-ка, сколько он там показывает сейчас у него на щупе. Где щуп-то? А, вот. Ну да, чуть больше. Так. Закрываем. Ну что, братан? Тебя отремонтировали, удачи на дорогах, не ломайся. И завершить заказ. Доход 2500. Шикарно, шикардосно. Единственный момент, было бы неплохо, если бы нам еще каких-нибудь возможностей здесь что-нибудь покупать надо было. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут есть еще. Так, ну давайте предположим, что у нас тут. Мы это катали уже. А что это за интересная эта машина у нас? Капитальный ремонт. О, не, капиталку нет. Какие-то проблемы с тормозами. Ну, давайте, наверное, тормоза заберем, короче, что, в принципе-то, на Пассате. Не проблема, да? Возьмем за... Ой, господи, какого-то цвета, дружище. Пошарпанный уже весь. А, так, давай туда. Сразу подхват делаем. Так, что у тебя есть? Суппорта, суппорта тормозной колодки. Нам, в принципе, короче, не надо будет ничего от тебя. Так, ну так на вид у нас получается пока что здесь... Здесь нормик вроде, да? Вот, вижу, короче, здесь уже в состоянии говёна. А здесь пока не особо видно. Спереди. Нет, так, ну давайте здесь-то проверим. Так, стоп. Ну, давайте-то отсюда, да, начнем. Так, режим проверки у нас, естественно... А, ну здесь у нас подсвечено. Блин, а почему подсвечено? Мы же вроде, короче, играем в нормальном режиме. Уже вроде 4 уровень перешли с вами. А здесь почему-то подсвечено. Ну, ладно, значит, соберем его таким, как он есть. Так, давай, блин, кого-то соберем просто. Так, здесь у нас что получается? Суппорта. И у нас... Стоп, кстати, я хотел лучше посмотреть. Тормозные колодки. Получается, одна только пара меняется, да? Так, ну-ка. Да, здесь вот они как раз побитые все. Ну, давайте здесь их снимем. Так, колодки минусы. Диски бы тоже поменять, на самом деле. Давай глянем, кстати, что-то они... По-моему, в совсем горьком состоянии. Ну да. 72%, хотя нет, но они просто подржавели. Так, ладно, здесь хотя, в принципе, машина вся подржавела уже. Так, здесь только суппорта снимаем, да? Суппорт. Все, колодки оставляем. Не будем заниматься самодеятельностью. Так, давайте посмотрим, что у нас в итоге. У нас в итоге нам, получается, тормозные колодки простые нужны и... Два суппорта. Так, колодки. Ну вот они у нас идут. Раз. И суппорт. Два штуки. Отлично. Так, давай собираемся, дружище. Так, стоп, режим сборки деталей. Блин, во. И колесико сверху.
это easy money, реально. Не, ну подвеска не очень интересна уже. Мне вот двигатели нравятся, туда куда-нибудь дались бы. Там прямо таки морока-морока. Кстати, а вообще, ребята, кто из вас играет в эту игру? Вам больше нравится здесь еще нравится? Либо смотреть, либо играть. Предположим, двигатели, может какие-то там такие трансмиссии прочие, там, может быть, кузовня. То есть, что вам вообще больше самим-то интереснее? Ну, не только в игре, наверное, да и в жизни. Вот если бы вы заморачивались, что бы вам было интереснее именно как раз таки разобраться, что напишите, посмотрим, сколько у нас похожих людей. Так, ну вроде с тобой все, да, у нас? Да. Все, братан, это easy money, это просто, знаете, короче, халтура. Друг приехал, короче, мы ему помогли. Так, завершить заказ. Да, $284. В принципе, так чуть-чуть, но нормально. Ладно, ребятки, на этом, да, серию закончим. Вот такая у нас сегодня получилась с вами достаточно интересная. У нас сегодня развитие гаража, плюс у нас сегодня была новая тачечка, такая более сложная уже. Поэтому ждете еще серии по этой игрухе. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ролик и лайкосик. А с вами был Сережа Плей. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.